Приветствую, дорогие друзья! И как вы уже поняли, я ходила опять в фикс прайс. Это был небольшой забег. И сейчас я скажу почему. Во-первых, пополнила запасы нижнего белья. Почему-то в прошлый раз, когда я была в фикс прайсе, эти трусики стоили 99 рублей, но сейчас их продают за 55. Не знаю почему. В общем-то, я взяла вот такие 5 цветов разных. Серенькие, розовенькие, голубые и 2 вида зеленых. Они с разными цветочками. Они мне нравятся. Могу их рекомендовать. Вполне хватает на год использования. Я считаю, что за 55 рублей на год использования это хорошее вложение. Оставим их тут. Дальше. В прошлом видео показывала вот этот гель для душа, брала его в подарок, и мне безумно понравился аромат, решила взять себе такой же. Буду пробовать, как оно на теле. Также взяла вот такой вот гель для душа. Кто меня давно смотрит, знают, что я обожаю кокос в любом его проявлении. Вот, и увидела вот такой гель для душа, решила взять попробовать, запах обалденный. Посмотрим, как он на теле. Я извиняюсь заранее за звук, у нас соседи делают ремонт. И, к сожалению, именно в тот момент, когда я решила снимать видео. Так, также у нас появилась такая новинка, давно такую штуку ищу. Это USB фонарик для клавиатуры. Вот. Кстати говоря, кто будет смотреть такие же штуки в своих фикс-прайсах, обратите внимание на наличие светодиодов, потому что у нас было несколько фонариков с отсутствующими светодиодами. То есть, ну, допустим, несколько штук отсутствовало. Вот. Вот такая штучка. Батарейки сюда не нужны, работает он от компьютера. Посмотрим, как будет светить, покажу потом во влогах. Так, появились у нас наконец-то вот эти кисточки. Давно за ними охочусь. Собственно, мне нужны были только вот эти вот маленькие. Сейчас давайте их достанем оттуда. Но не так-то просто это сделать. Оп. Ну, до конца не буду тогда доставать. Собственно, мне нужны были только вот эти вот мелкие. Вот это веерообразная. Я думаю, вы видите, как у нее ворс вылезает. Поэтому, в принципе, она мне не особенно нужна. Мне нужны вот эти миниатюрные кисточки. И здесь еще, как видите, один дотс. В принципе, он мне тоже пригодится. Вот такой наборчик появился. Давно за ним охотилась. И уже опять же буквально на кассе схватила. Вот такая штука появилась. Это самоклеящиеся накладные ногти. Я вообще не любитель маникюра, как вы знаете, кто меня давно смотрит. У меня природа не наградила суперскими ногтями красивыми. Но вот взяла такие. Там в основном были розовые. И какие-то красные, что ли. В общем, я выбрала вот такие пестрые. Попробую. Посмотрю вообще, как долго держатся. Удобно ли с ними. Может быть, куда-то пойти на какой-нибудь вечер. Как вариант. Вот, в общем, может быть, их можно будет использовать по нескольку раз. В общем, попробую, расскажу, если интересно. Вообще, я не любитель всякого такого. И из еды взяла только вот соус. У нас появился. Раньше такого не было. Стоил он, по-моему, 25 рублей. Вот. И, собственно, наверное, из фикс-прайса это все. Еще заглянула в Dixie. Взяла свои любимые средства гигиены. А вот такие ночные появились. И обычные. Ну, обычные дневные.
Обычно у ночных здесь восьмерка стоит, а это какая-то семерка. Вроде как они еще длиннее. Ну, это я как бы не знаю. Первый раз такую пачку взяла. Кстати говоря, получается намного выгоднее. В фикс-прайсе здесь 20 штук. В фикс-прайсе такие не продают. Там только по 10 штук. И они стоят 77 рублей. В то время как в Dixie они стоят 72 рубля. И точно так же эта пачка стоит 72 рубля, а в фикс-прайсе они стоят 77 рублей. Так что вот, это все мои покупки. Увидимся в новых видео. Обязательно подписывайтесь, ставьте пальчик вверх, оставляйте комментарии. И до новых встреч. Пока-пока.